В апреле 1879 года на четвертой выставке импрессионистов Дега представил публике новую картину. Воздушная гимнастка поднимается к ребристым стропилам купола цирка, зажав в зубах узел каната. Позже один из биографов художника назвал это полотно одним из самых удивительных в его творчестве. И если смелая композиция была нетипична даже для Дега, то выбор сюжета объяснялся очень просто. В 1875 году на Монмартре в деревянном здании открылся цирк «Фернандо», пользовавшийся необыкновенной популярностью у парижан. Посещать его в то время, равно как оперу и балет, было очень модно. Ловкие акробаты и жонглеры, бесстрашные наездники на мчащихся по манежу лошадях, отважные воздушные гимнасты и дрессированные животные. Каждый вечер на представление стекалась многолюдная публика. Неудивительно, что со временем тема цирка стала объектом пристального внимания художников-импрессионистов. Яркие костюмы, блеск и мишура в дрожащем желтоватом свете газовых рожков, невероятная игра теней, а также мастерство артистов – вот то, что привлекало их в этом волшебном мире. Анри де Лутус-Лутрек, например, несколько работ посвятил горцующим наездницам, а Агюст Ренуар – клоунам. Свое внимание художники сосредотачивали в основном на действии, которое разворачивалось непосредственно на манеже. Но не таков был Дега. В январе 1879 года мастер неоднократно посещал представление, звездой которого была темнокожая воздушная гимнастка, известная как мисс Лала. Зажав в зубах канат, девушка поднималась над манежем на высоту более 20 метров. Увиденное подтолкнуло живописца к созданию очередного полотна. Дега выбрал совершенно непривычную точку зрения – снизу вверх. Он изобразил девушку в блестящем светлом костюме, парящей над невидимой публикой на фоне геометрически сложных в исполнении розовых стен, темных окон, серо-голубых арок и балок. Кто еще, кроме него, мог так детально показать внутреннюю конструкцию здания? Ключевая точка композиции, где словно лучи соединяются все элементы, плотно сжатые зубы мисс Лалы, которые могут ослабить хватку в любой момент. Многие исследователи полагают, что необычный ракурс Дега подсмотрел во время путешествия по Италии у Джованни Баттиста Тьеполо, автора фресок, посвященных жизни святого Доминика в Венецианской церкви Санта Мария дель Розарио. Разница лишь в том, что у Тьеполо святой возносится на небеса при помощи трех ангелов, а мисс Лалу поднимает ввысь зажатый в зубах канат. Кстати, зрителю виден не только он, но и слегка обозначенный зубник. Прежде чем приступить к работе над картиной, мастер сделал множество подготовительных эскизов. Карандашных, постельных и даже масляных. Причем на одном из первых рисунков гимнастка была изображена фронтально. Кроме того, предварительные наброски позволяют проследить, как художник подбирал позу артистки. В лондонской галерее Тейт сохранилась постель, где немного согнутая в колени правая нога с натянутым носком была направлена вертикально вниз, а левая, также согнутая, образует с ней угол, равный примерно 30 градусам. Таким образом, художник добился выразительного вертикального жеста в нижней части холста, но потерял легкость. Девушку буквально тянет вниз. Поразмыслив, Дега довольно быстро изменил первоначальную задумку. Теперь согнутые в коленях ноги гимнастки были аккуратно скрещены на лодыжках. Подчеркивая движение сжатого тела вверх к куполу, руки вытянуты в противоположные стороны, а голова с пучком темных волос откинута назад. Именно так изображена мисс Лала на всех остальных эскизах и, собственно, картине.
Вне всякого сомнения, художник избегал прорисовки лица героини. Оно практически стерто. Это делалось для того, чтобы сосредоточить внимание зрителя непосредственно на исполняемом трюке. Поза девушки, балансирующей под куполом цирка, подчеркивает не только ее силу и собранность, но и невероятное мастерство, изящество и грацию. Умение правильно расположить центр тяжести тела очень важно для акробатов. Оно помогает им удерживать равновесие и снизить давление на челюсть. Размещение фигуры в левом верхнем углу полотна – прием, необходимый для указания высоты, на которую поднялась мисс Лала, и ее удаленности от зрителей в зале. Кстати, редко кто при первом взгляде на картину замечает, что девушка темнокожая. Дега мастерски это зашифровал. Коричневые колготки, на их наличие указывают складки с обратной стороны колена на правой ноге, практически сливаются по цвету с затененными руками и лицом, окруженными тусклым золотом стен. В постели, которая хранится в музее Гетти, складки на ногах не видны, да и цвет кожи намного темнее, чем на картине. Почему же мастер изменил первоначальный замысел? Дело в том, что в конце 19 века женщины носили длинные юбки в пол. Изобразив мисс Лалу в колготках, практически сливающихся по цвету с ее кожей, Дега словно посмеялся над условностью. Он одновременно показал якобы обнаженные ноги и в то же время не переступил границу дозволенного. На этническую принадлежность гимнастки указывают разве что черные вьющиеся волосы. Вытянутая правая рука гимнастки строго параллельна стропилу. Угол согнутых коленях ног перекликается с углом, под которым пересекаются ребра купола. Это усиливает ощущение восходящего движения. А отделка на костюме гимнастки вторит тусклой позолоте стен. Любопытно, что узор на стропилах Дега лишь слегка обозначила, а вот декоративную капитель, что находится под ногами мисс Лалы, выписал довольно тщательно и даже подсветил снизу. Известно, что художник был не силен в архитектуре, в своей записной книжке он неоднократно чертил цирковой купол, пытаясь технически верно изобразить стропильную систему, колонны и другие элементы конструкции здания, однако всякий раз был недоволен результатом. Один из этих эскизов хранится в Институте изобразительных искусств Барбера, Великобритания. В конце концов, живописцу пришлось воспользоваться помощью специалиста по изготовлению архитектурных чертежей, чтобы верно изобразить интерьер под таким необычным углом зрения. Изображение женского тела, напряженного до предела и находящегося в лучах искусственного света, немного роднит картину с балетным циклом. И тем не менее, ее нельзя отнести ни к одной серии. Образ гимнастки уникален. Художник больше никогда не возвращался к нему в своем творчестве. Возможно, это связано с теми техническими трудностями, с которыми Дега столкнулся, пытаясь отобразить строение купола. Кроме того, до сих пор не решен вопрос с классификацией работы. Одни искусствоведы настаивают на том, что это жанровая живопись, сцены из повседневной жизни. Другие утверждают, что это портрет.